Всем привет, ребята! Очень многие зрители просили меня снять продолжение про диких скричеров и показать какие-то новинки. И вот сегодня я купил и протестирую один новый игровой набор, с помощью которого можно устраивать еще более крутые батлы со скричерами. Этот набор называется «Скричер-гонщик 4 в 1». И как мы видим, тут в комплекте находится два трансформационных диска, дикий скричер, а также внутри вот такой вот скричер-гонщик. Но перед тем, как мы распакуем этот набор и протестируем его, я напомню, что дикие скричеры — это такие крутейшие машинки-трансформеры, которые трансформируются сами, без помощи рук. Для трансформации им необходим специальный трансформационный диск. Вот так вот он выглядит. Устанавливаем диск на ровную поверхность и запускаем в него машинкой. Скричер ловит диск, делает кувырок на 360 градусов и трансформируется прямо в воздухе. Вот это круто, правда? При этом каждый скричер превращается в своего героя. Например, это Sparkbug, и он превратился в жука. Это Джейхок, и он превращается в ястреба. А это Тирекер, и он превращается в тиранозавра. И так далее. С помощью диких скричеров можно устраивать разнообразные батлы, кто самый меткий, быстрый и ловкий. А еще скричеры — это герои мультсериала, который можно посмотреть на официальном канале на YouTube. Ссылку на этот канал я оставлю под этим видео. Как видите, у меня уже собралась довольно большая коллекция машинок-скричеров. Их распаковку и тесты я показывал в прошлых видео про скричеров. Если вы не видели, то обязательно их посмотрите. Кроме самих скричеров, есть еще бластер для метания дисков. Я также показывал его в одном из прошлых роликов. А еще есть скричер-катапульта, который запускает самих скричеров гораздо круче, чем можно было бы запустить просто руками. А теперь, ребята, давайте распакуем наш новый набор «Скричер-гонщик 4 в 1» и посмотрим, какие можно устраивать батлы с этим набором. Итак, поехали! Мне уже не терпится посмотреть, что же здесь и как работает. Так-с, открываем упаковочку и вынимаем. Есть, все, коробка пустая, ставим ее сюда. И что у нас здесь в середине? Как я и говорил, как мы видели через упаковку, внутри находится два трансформационных диска, голубой и вот такой вот салатовый. И вот такой вот скричер. Давайте его распакуем и посмотрим, что это за скричер. Такого у меня еще не было. Итак, ребята, вот такой вот дикий скричер здесь есть в комплекте. Смотрите, он похож на такую гоночную машину. Такой стремительный дизайн у него. Смотрите, такие вот два винтика здесь и как будто крылья. Что-то мне очень-очень напоминает. Называется он Скорнет. И давайте я сейчас вам покажу, во что он трансформируется. Установим трансформационный диск и запустим прямо в него эту машинку. Вау! Класс! Посмотрите, как это было в замедленной съемке. Вот это да! Не перестаю удивляться, как это все круто происходит. И посмотрите, вам что-то напоминает этот дизайн? Что это такое? Да, это муха! Вы угадали, я думаю сразу же, что это муха. Смотрите, два таких крыла, голова. Такое насекомое, стремительное, быстрое. Очень-очень быстрая. Прикольный такой Скорнет. Пойдет в мою коллекцию. И класс, он очень компактный, очень-очень маленький и плоский. А теперь давайте посмотрим, как выглядит скричер-гонщик. Вот это меня интересовало больше всего. Давайте его откроем. Такой вот, смотрите, целый автобус. Реально, ой, что это? Класс, целый огромный автобус, хотел сказать. Он реально большой, просто огроменный. По сравнению с остальными скричерами, он просто гигант. Класс, ребята. Давайте разберемся, что он может. А может он много чего интересного. Во-первых, он ездит на колесах, как другие скричеры. Он также может ловить диск. И при этом он превращается вот в такую двухглавую змею. Две такие кобры. Очень крутые. Но это еще не все, что он может. Внутрь этого большого скричера-гонщика можно поместить любого маленького скричера. Например, возьмем вот этого. Найтбайт.
Для этого нужно нажать вот эту вот кнопочку здесь, затем поднять вот этот вот язычок, и сюда аккуратненько устанавливается любой скричер. Затем закрываем его, и теперь я покажу, какую крутую штуку можно делать. Но для этого давайте перейдем куда-то, где больше пространства. Итак, ребята, скричер-гонщик, внутри которого заряжен еще один скричер. Почему я сказал заряжен, сейчас узнаете. Смотрите, я устанавливаю один трансформационный диск, и немного подальше я устанавливаю второй трансформационный диск. Толкаем гонщик на диск. Вы это видели, ребята? Гонщик ловит диск, превращается в двуглавую змею и выстреливает второго скричера, который тоже ловит диск и трансформируется. Вот это крутизна! Вот это высший класс! Признаюсь, у меня получилось не с первого раза, но зато когда получилось, то я почувствовал себя супер крутым чуваком. Можно устроить очень крутой батл с друзьями, кто первый сможет выполнить этот сложный трюк. Самое интересное, что внутрь этого скричера гонщика помещается любой из скричеров. Маленький или большой, первого уровня, второго уровня, они все помещаются. Смотрите, вот маленький скричер прекрасно становится. То же самое можно взять самый большой из всех скричеров третьего уровня, и он запросто сюда помещается. Раз, накрыл, и все поместилось. Но и это еще не все, что может делать скричер-гонщик. Сейчас я вас удивлю. Посмотрите, вы, наверное, заметили, что это за штука здесь сверху. То ли спойлер, то ли еще что-то. Нет, ребята, это не спойлер. Это бластер для метания дисков. Типа вот этого бластера, только сюда можно заряжать много дисков, а сюда можно зарядить один диск. Вот таким вот образом. Но стреляет он гораздо дальше. Для того, чтобы выстрелить, нужно нажать двумя пальцами с двух сторон. Смотрите. Вау! Он улетел непонятно куда. Очень далеко летит. Итак, ребята, заряжаем диск в бластер. А вон там, на расстоянии 1.5 метра, стоят дикие скричеры. В какого-то из них я точно попаду. Итак, огонь! Да, ребята, я попал в реводактиля, который трансформировался в птеродактиля. Вот он, ребята, один из самых моих любимых скричеров. Класс, посмотрите, какой он крутой. Вот такой вот крутой скричер-гонщик 4 в одном был сегодня у меня в обзоре. Хотите продолжение про скричеров? Если да, то напишите об этом в комментариях, и я куплю еще одну интересную новинку, которая появилась уже в продаже, и протестирую ее специально для вас. Больше информации про скричеров ищите в описании под этим видео. Там я оставлю все ссылки. Ну а на сегодня все, ребята. Всем пока!